Доброе утро, дорогие друзья. Мы бежим на остановку. У меня ребята в школу, а я с Машей в больницу. На врачу попасть с утра. Учителей мы уже предупредили, что мы с утра задержимся. Поэтому мы с Машей бежим. На, Маша? Бежим на автобус. Пойдем быстрее, а то опоздаем. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, мы уже сходили к зубному и хотела показать, смотрите, мимо магазина иду, какая красивая инсталляция. Да ведь? Все, сходили, короче говоря, мы с Машей к зубному. Нам сказали в пятницу опять прийти. Так что сейчас она в школу убежала. Я бегу на остановку, мне бегом домой надо. Потому что ребят на вторую смену в школу отправлять. Ну, ты бегаешь, тут мы сидим обратно. Короче, бежим на остановку, едем домой. В школу ребят будить, ну, будить и отправлять. У нас время 9 утра. Всем хорошего дня. Так, приехала я уже с города. Бегом, потому что мне сейчас Оксану надо отправлять. Короче, взяла семейные булочки, чтобы сейчас им быстро поесть. Потому что в больнице мы очень долго пробыли. Потом кефир взяла домой. Рис с гречкой. У меня крупа, потому что вообще все закончились. Взяла рис по 73 и гречку по 73. По одной пачке. Какие возможности есть? Пока хоть немножко. Масло у меня, потому что закончилось, бутылку взяла. Аджигу взяла, баночку тоже закончились дома. Пачку сахара взяла, тоже у нас сахар закончился. У нас, кстати, сахар по 51. Курицу взяла. И еще одну курицу взяла. Курица у нас по 134. Батон взяла нарезной деткам. И два творожка взяла. Все, все покупки мои были. Все, сейчас у меня Оксаночка будет чай пить. В школу бегом одеваться. Села читать еще по окружающему. Мы вчера, потому что не дочитали, уже поздно было, спать положила ее. Сейчас села читать. Короче, все, скоро буду отправлять ребенка в школу. Дорогие друзья, я ездила в город в школу. Меня вызывали по поводу Светиного небольшого неуспеваемости, короче говоря. Ну, как бы разобрали, все, решили эту проблему. Сейчас заходили мы, я Егора забрала как раз со школы, у него уроки закончились, и у Светы. И зашли вдвоем, ну, все вместе, короче, в магазин. Свете надо было тетрадь вот такую, вот она взяла себе на пружинах, она любит тетрадь на пружинах, отдай Свете. Я Ване даю, отдай Свете. Потом дома у нас закончилась зубная паста, взяла вот такую вот в фикс прайсе, по-моему, по 75, да, на Егор? 99. Нет, 99 выше была, я ниже взяла, 75, по-моему. 99. Потом дальше. Чай зеленый мой любимый, потому что он закончился у нас. Потом в этом, это где мы брали, в монетке чай еще один взяли, потому что у нас он заканчивается, чай быстро. Две бутылки масла взяла. Две пачки риса обычного. Пачку гречневой крупы. Ватные диски у нас быстро не заканчиваются. И взяла вот такой вот фарш куриный. Две штуки. Это первый пакет игры, пожалуйста. Второй пакет. Это уже заказ в Свалберис и фикс прайс частично. Так, ну-ка, иди отсюда. Свете надо в школу черные гелевые ручки. Не гелевые, они обычные, да? Они не гелевые. Ну, тут написано, а нет, гелевых написано, черных ручек. Короче, черные ручки. Я что сказала? Брысь! В комнату ушла. Потом детям делаем вредный вечер. Здесь пакет. Вредной еды будет.
Дальше я себе взяла имбирь с лимоном. Замолчи. Я вижу, что кошка корм рвет. Мы кошке заказали 7-килограммовый мешок корма. Света сверху открою, дай ты ей чуть-чуть горсточку, а то она сейчас сама сойдет. И она мешок этот чует и уже рвать его начинает. Потом давно не было у нас арахисовой смеси. Взяла 2 пакета у Витали. И поэтому купила. Так, это сейчас попозже покажу, что здесь у меня. Все, хватит сидеть. Кошки дали, одну штучку хватит. Короче, был заказ на Валберес. Я заказывала ежедневные прокладки, большую пачку. Вот многие говорят, Настя, зачем там заказываешь, там дороже. Нет, ребят, по ценам, если здесь смотреть, 30 штук 55 рублей. Так, да? Пачки тут идет 60 штук. А здесь вот 2 пачки. Это 120 штук, и я заплатила 100 с копейками рублей. Это намного дешевле, чем брать в магазине. Тем более у меня девочек много. По поводу таких прокладок. Такая же ерунда. Тут 40 штук. Тут 40. Нет, 34 здесь штуки. Ваня? 34 в этой упаковке, да. Не 40. И оно дешевле, чем в магазине. В магазине за 8 штук вы отдадите 100 рублей. А я вот за эти все 200 с копейками всего дала. Поэтому для моих девчонок это выгодно. Дальше. Я заказывала Маше на день рождения шоколадки, но они не успели прийти и пришли только сейчас. Поэтому буду деткам дома. Тут в коробке 30 шоколадок. Дальше. Как вы знаете, я уже много раз говорила, что у нас у Маши волосы очень тяжелые, можно так сказать. Они у нее очень сильно путаются. Если ей какая-то шампунь не подходит, все, волосы уже не расчесать. Мы тут брали маленькими бутылочками пробники шампуней. И мы нашли подходящие, после которых у нее волосы просто идеальные. И я ей заказала его. Питательный вот такой вот шампунь. Тут идет шампунь, ополаскиватель. Шампунь, бальзам, ополаскиватель и интенсивный уход. Вот такой вот. Посмотрим. Будем надеяться, что он будет хорошо. Маша, Оксаночка, выкинь, пожалуйста. Дальше. Я в день рождения говорила, что я заказывала Маше для юных серебряных украшений шкатулочку. Шкатулочка пришла. Тогда просто не успела. Я надеялась, что успеет. Придет, и я заберу ее, но она не успела прийти. Выкинь, пожалуйста. Вот такая вот небольшая шкатулочка. Сейчас я вам ее открою и покажу, потому что тут всякие наклейки, ее плохо видно. Вот такая вот небольшая. У нее украшений немного. Она открывается, и внутри зеркальце. Вот такая вот шкатулка Машеньки будет для ее украшений. Первых ее украшений. Ювелирных. Так, выкинь, пожалуйста. Также я на Валберес была скидка хорошая и заказала бурый рис. 4 пачки, тут 2 килограмма его. Да, 2 килограмма. Каждая пачка по 500 грамм, 4 штуки. Крупу. Также еще заказала булгур. Тоже 2 килограмма, тоже была очень хорошая скидка, и поэтому я его заказала. Булгур очень, кстати, крупный, хороший. Такие дела. И тут у меня пришел крем для депиляции. Ну, это женское. Также, вот я уже говорила, что мы заказали корм Василисе на 7 килограмм. Пришел. Нам хватает мешка на 3-4 месяца. Поэтому сейчас нам этого корма на очень долго хватит. Вот такие вот были покупки. Еще, конечно, сегодня муж у меня взял сахар, большую упаковку. Потом взял лук. Что-то он еще брал. Я еще не смотрела точно. Но вот по мелочи так продукты набираем. Сколько-то хватит. Я сегодня вот уже показывала, что я курицу да что купила. Поэтому вот так вот. Вот такие вот покупки. Так что оставайтесь с нами.